Привет подписчикам моего канала. Сегодня у нас обзор будет на планшет. Фирма Samsung планшет. Сразу хочу сказать, в комплекте будет вот такая клавиатурка. Мы это все рассмотрим позже. Так, видим коробочку, сейчас ее вскрою. Так, планшетник. Вот, ложим, перейдем к комплектации, вот такая хрень, куда ставим планшет, ее выкидываем сразу. Так, вот такой вот проводок, это вставляется микро-USB, выход идет на USB. Так. Зарядка. USB самый обычный, видим. Инструкция. Вот такой вот стилус для теплового экрана. На этом все. Так, видим, вот. Сейчас фокус поймаю. На 4 гигабайта идет оперативки. Туда вставляется еще дополнительная память. Так, вот такая вот клавиатура. Так, клавиатурка. Клавиатуру пока что отложим. Так. На клавиатуру потом рассмотрим. Так, видим вот такой вот планшетник. Веб-камера на 2 мегапикселя или 1.3, не помню. Сзади видим 3-мегапиксельную камеру. Надпись Samsung. Так. Обратите внимание, это корейская. Вот фокус. Фокусируется. На правом торце видим слот по для microSD-карты. Так, переключатель громкости. Вход для наушников, кнопка включения, гнездо для зарядки и microUSB. Это микрофон. На левом торце у нас ничего нет. Так, перейдем непосредственно к самому планшету. Так, пока что грузится Android. Пока что пусть он грузится. Мы, наверное, рассмотрим пока что клавиатуру. Видим сзади вот такой вот держатель. Это чтобы как бы уровень наклона регулировать. Обратите внимание, он на магните. Так, откроем. Вот это мы вытащим, это как бы защита была. Так, видим. Извините. Вот такие вот кнопочки. Все очень хорошо нажимается, то есть это у нас будет как бы мини-компьютер. Все выглядит очень симпатично, обратите вот внимание. Как он. Так, планшетник давно загрузился, что-то мы о нем позабыли. Так, видим Android. Разблокировали. Естественно, тут ничего такого не закачано. Но обратите внимание, сразу идет Skype закачанный. Play Market. Наверное, все это знаем, функции Android. Зайдем лучше в настройки. Так, где они тут? Поступим следующим образом. Так, вам, наверное, плохо видно сейчас яркость настроек. Что-то у меня с автофокусом. Так.
Что тут посмотреть? Я просто на андроиде как бы вообще, считай, не сижу. Версия андроида 2.2. Кстати, тут двухъядерный процессор МКТ-6577. Есть функция голосового ввода. Так, извиняюсь, вся моя установка рухнула. Что сказать? За свои деньги этот планшет стоит. Двухъядерный процессор, как видим, симпатично все выглядит. Мне он даже очень нравится, несмотря на то, что я сижу на iOS. Можно так сказать, вообще как бы не лагает. Ну, двумя словами, отличный планшет. Так, как и обещал, клавиатуру покажу все. Вставляем сюда. Вот, берем вот этот проводок, вытягиваем. Вот он. Подключаем сюда. Так. Психологическая драма «Мачеха» вышла в широкий прокат в 1998 году. Видим, все отлично смотрится. Сюда же можно подключить мышку, простите. Как бы вам продемонстрировать клавиатуру? Так, ну давайте в Гугле что-нибудь напишем. Гугл не катит. Давайте тот же YouTube. Вот поиск. Вот, я пишу на клавиатуре, как видите, все замечательно пишется. Я просто от балды что-нибудь нажимаю, все пишет. Всем спасибо за просмотр, до свидания. Не забывайте про палец вверх. Подписывайтесь на канал.